Привет, и сегодня мы будем делать одного из героев Star Wars, Дарт Мола. Что, для работы нам потребуется распечатка, канцелярский нож и ножницы. С помощью канцелярского ножа сделаем прорези по рисочкам. А теперь вырезаем все детали по контуру. Все детали готовы, можно приступать к сборке. Возьмем основную большую деталь, это голова. Сборка происходит таким образом, что выступы с одной стороны должны входить в выступы с прорезями с другой стороны. И так собирается в квадрат. Вот и все, голова у нас готова. Теперь нам нужно собрать туловище. Соединение происходит таким же способом, только у нас получится не закрытый квадрат. Продолговатую длинненькую деталь, это у нас ноги, и у нас одно всего лишь соединение. Теперь нам нужно собрать руки. Вот и все детали готовы. У нас есть такие замечательные рожки, нам их нужно приклеить на голову. Там есть пометочки, куда их клеить. Также можно сделать прорези и прикрепить эти рожки, просто вставив в эти прорези. Теперь начинаем соединять. К туловищу присоединяем снизу в нижние рисочки ноги. В рисочки по бокам вставляем руки. Теперь туловище нужно присоединить к голове. Дадим оружие нашему Дарт Молу. Вот и все, наша замечательная игрушка из бумаги Дарт Мол готова. Вы можете ее сделать дома сами, легко, просто, без склейки. Можно чуть-чуть со склейкой, как вам будет угодно. Все распечатки находятся в описании к видео. Всем удачных подделок!